вообще проходит фестиваль «Перезагрузка». Решили вот поисковым отрядом как бы себя показать и посмотреть людей, познакомиться с ребятами, с другими общественными организациями, с различными хобби, поучаствовать в различных мастер-классах, пригласили людей. И вот в данный момент здесь вот порядка 40 организаций, коллективов музыкальных, хореографических, вокальных, коллекционеров, экстремалов представляют свою деятельность, увлечения. В обществе сейчас как бы народ старается как бы отвлекаться, наверное, от работы, от политики, от новостного потока новостей, заниматься чем-то, искать себя. Поэтому, наверное, они вот эти такие увлечения, хобби как бы всплывают на поверхность. Наверное, да, народ все-таки, наверное, голодал на такие зрелища, наверное, чем-то заняться. Появляются новые там и аэротрубы, и школа дельтапланериста, люди летают, покоряют небо, и воду, и велосипеды. Люди видно то, что начали втягиваться, увлекаются. Да. Give a damn about what those people say.